Саратове в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления ВД России по Саратовской области выявлен факт организации незаконной миграции. Полицейскими установлена причастность к незаконной деятельности 47-летней жительницы Саратовской области. По версии следствия, подозреваемая, являясь работницей специализированного центра помощи мигрантам, имея соответствующую квалификацию преподавателя одного из вузов, принимала фиктивные экзамены у мигрантов на знание русского языка и истории России с целью последующего получения ими сертификатов, необходимых для оформления патентов, а также временной регистрации и вида на жительство. В качестве свидетелей следователями допрошены 5 иностранных граждан, являвшихся клиентами специализированного центра, а также 3 сотрудников организации. Следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.